Привет всем, меня зовут Павел Кондратов, и начинается серия видео про установку автозвука в Opel Astra GTC. В одном из своих видео я уже говорил об этом, что намечается апгрейд системы, то, которая уже стоит в этой машине. И вот я вплотную к этому подошел. Значит, закуплена первым делом проводка, куплен силовой кабель DAX толщиной 0 гейдж. Этот кабель медный и луженый. Также приобретен межблочный кабель DAX R52 для подключения сабвуфера, витая пара с алюминиевым экраном. Также куплена колба с предохранителем на 200 ампер, также от компании Урал. И 200 ампер — это максимальный ток, который выдерживает кабель сечением 50 квадратов или 0 гейдж. Куплена оплетка, змеиная кожа, также компании Урал под этот кабель. Приобретены силовые наконечники и термоусадка, чтобы все соединения были максимально надежны. Итак, будет много видео, в которых пошагово буду рассказывать, что я делаю с автомобилем, начиная от укладки силового кабеля и заканчивая сборкой короба под сабы. Напоминаю, сабов будет две штуки. Это DD512. Соответственно, будет установлен усилитель под них, и также еще много всего будет меняться в системе, и головное устройство, и фронтальная акустика, но это все будет постепенно делаться, это такой долгосрочный проект, апгрейд существующей системы в автомобиле Opel Astra GTC. Итак, следите, заходите на канал, подписывайтесь, смотрите, всем удачи и пока!